память Ленина, как и жизнь его до последнего мученического вздоха, стали достоянием истории. Каждое мгновение тех горестных январских дней запечатлено в газетах и книгах, снято кино и фотожурналистами. Это случилось в Горках в понедельник 21 января 1924 года в 6 часов 50 минут пополудни. Болел он недолго, последний раз, вспоминала Крупская. Еще в воскресенье читала я ему о партконференции, о съезде советов. Доктора никак не ожидали смерти и не верили, когда началась уже агония. Говорят, он был в бессознательном состоянии, но теперь я твердо знаю, что доктора ничего не понимают. Могло быть много хуже. Могли быть новые параличи. Каждый новый припадок заставлял холодеть. Только сейчас скончался Владимир Ильич. Позвонила Мария Ильинична в Москву, и пошла горестная весть по свету. Ленин умер в 30 верстах от города, в 5 от железной дороги, как писали тогда, в лесной глуши. В тот же вечер члены Политбюро пробивались в Горки сквозь снежные заносы на аэросанях. И еще до утра вернулись в Москву. В 2 часа ночи в Кремле собрался пленум ЦК партии. 50 человек сидят и молчат, плотно сжав губы. Потом заговорили, не расходились до утра. К партии, ко всем трудящимся, нечеловеческое, неудержимая жажда работы, неустанная мысль, беспощадная растрата своей энергии сломили этот богатырский организм и погасили навсегда жизнь любимейшего из любимых, нашего Ильича. В Горки за телом Ленина едут члены ЦК партии, в ЦИКа, делегаты 2-го Всесоюзного съезда Советов. И вместе с ними корреспондент «Правды» Михаил Кольцов. Откладываются в памяти строки. Вернувшись, он продиктует их. Стучащая песня вагонов до остановки, до замерзшего полустанка на снежной равнине. Рассвет близок, но холод неба чернее лесных громад, чернее нас. И вот совсем открылась на лесном холме маленькая усадьба. Белый, высокий, в стройных колоннах старый дом, вправленный в загородную рамку серебряного леса, синего снега. Легко, как на даче, открывается стеклянная дверь. Сразу вовнутрь. Вот здесь, в кресле на колесиках, сидел, двигался, терпеливо и трогательно пробовал выздороветь, чтобы вновь заработать. Стоит неубранная елка в бусах, свечечках и ватном инее. Последняя забава маленьких друзей. Крутая лестница вверх. Тише. В полутемной проходной на диване Надежда Константиновна.
Жена, друг, вечный, бессменный товарищ. Как всегда на своем посту у раскрытых дверей комнаты Ильича. Мария Ильинична-то не сидит, а все ходит, ходит прямой твердой походкой по этажам и комнатам осиротевшего дома. Печально, но спокойно и гордо дышится здесь, в комнате смерти. Вот он. Совсем не изменился, как похож на себя. Лицо спокойно. Почти-почти улыбается. Неповторимый, непередаваемый, понятный лишь видевшим детски лукавой усмешкой. Словно сам недоумевает над случившимся. Ленин и не движется, не жестикулирует, не бурлит, не машет рукой, не бегает коротенькими веселыми шажками по косой линии. Ленин, а лежит. Безнадежно и прямо. Встали в почетный караул делегаты съезда советов. Склонились над гробом те, кто шли вместе с Лениным долгими и многотрудными дорогами русской революции. Они очень важные персоны в правительстве, великой советской страны, руководимой Владимиром Лениным. Они начальники больших государственных учреждений. Но сейчас только старики. По-стариковски вспоминают простые трепетно живые пустяки. О ленинских шутках, об его упрямстве, широчайшей жизнерадостности, о шахматном самолюбии, о коньках, о переписке, о беспредельной товарищеской чуткости и милой простоте. Совсем рассвело. Пора отсюда уходить. Ленину и всем. Красный гроб плывет вниз по лестнице. Молча без песен опустили. Вынесли, опустили на землю. Минута невыразимой, невыносимой тоски и горя. Снежинки падают на открытый лоб и губы Ильича, накрывают, плачут, большевики плачут. Thank you.
идти, пока не выбрались на широкую дорогу в снежном поле. Бескрайняя белая скатерть. Куда глазом хватить? Мужичок впереди на розвальнях посыпает ельником путь. Большевики несут Ленина на руках по снежной степи 5 верст до железной дороги. Революционера, который до последнего вздоха отдал себя революции, который повторял: надо торопиться жить, чтобы отдать все силы революции, который, по свидетельству его же противников, служил революции, думал о ней каждые сутки, все 24 часа. Пламенный революционер, следуя своим убеждениям, он не раз повторял: пусть лучше останусь один. И оказывался прав. Третье января, 11 часов утра. Вот и станция показалась. Она навсегда войдет в историю. Станция Герасимова. Thank you.
Теплушка, вагон штабной, вагон санитарный. В них тряслись месяцами, столовались и заседали, жили и умирали, сраженные сыпной вошью во времена гражданки. И этот вагон словно прибыл от самого начала, от первого разъезда, из поры становления, которой Ленин отдал всего себя до последнего вздоха. Из Горок в Москву Владимир Ильич ездил машиной, изредка в аэросанях, а поездом, скорее всего, ни разу. Проезжая, бывало, в этих местах, можно было услышать: тут Ленин живет. Да, ходил я к нему, вступал другой. Теперь в Расторгуево и Потаповке на каждой станции и разъезде скорбно встречали траурный поезд и провожали его, не сдерживая слез. Здесь, на заснеженных путях, под протяжный гудок паровоза, начиналось прощание народа с Лениным. Прощание никак не организованное и никем не предусмотрены. Белецкий, или, как говорили тогда, Саратовский вокзал. В час дня прибывает траурный состав. Спустя годы, в память о скорбном маршруте, поезд будет поставлен на вечную стоянку на путях этого вокзала.
В этот день Клара Цеткин писала: когда склонил навеки свою могучую голову Карл Маркс, Энгельс сказал: человечество стало ниже на целую голову, на голову самую крупную. Эти слова вспоминаются теперь, при кончине Ленина. Воистину, человечество стало ниже на целую голову. И в дополнение к этому надо сказать, человечество оскудело на одно великое сердце. Даже эти, несущие печать времени документальные кадры, вряд ли позволят представить себе во всей очевидности тот день и ту Москву более 60 лет назад, и людей в своем абсолютном большинстве ушедших уже из жизни. А вот как писали об этом дне его свидетели-репортеры. Пурпурное знамя от темного флера точно обвеяно пороховым прозрачным дымком склонилось над гробом, и кругом воцарились молчание и печаль. Боевые закаленные в борьбе товарищи взяли на плечи останки своего друга и учителя. Товарищ Калинин движением грузчика приподнял подножье гроба, и заплаканный, мужиковатый, развалистой походкой двинулся вперед. Мимо приготовленного лафета друзья несут Ильича, несут его на руках в направлении Дома Союзов. А перед гробом шло знамя ЦК РКП, шелестя в морозном воздухе. Сзади темным потоком хлынули люди, и сразу же в живой поток на ходу один за другим стали вливаться районы. За гробом семья покойного, жена, сестры, брат. Медленно продвигается кортеж. Повсюду народ, повсюду знамена с лозунгами и призывами. На смерть вождя ответим еще большей сплоченностью, выдержкой и железной дисциплиной. Проходит процессия мимо какого-то детского дома, и вот незабываемая картина. Через открытую форточку из дома доносится шопеновский похоронный марш, а детишки прильнули к стеклам и горько-горько плачут. Впрочем, немало вокруг и взрослых слез. Буквально слез. От привокзальной площади по Новокузнецкой улице через Климентовский переулок и Пятницкую улицу к Балчугу последний московский маршрут Владимира Ильича. Вот и Красная площадь. В первую годовщину Октябрьской революции, открывая здесь на Красной площади мемориальную доску борцам Октябрьской революции, Ленин говорил: «Почтим же память октябрьских борцов тем,
что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму. Теперь в эти горестные январские дни тысячи и тысячи клялись именем Ленина. Сердце наше обливается кровью, когда вспомнишь, что Ленина уже нет в живых, писал тогда же редактор «Известий» Стеклов. Но вместе с тем мы горды сознанием, что жили и работали рука об руку с ним, приобщались к самому великому делу, какое есть на земле, к делу установления всемирной свободы и всеобщего равенства. Четыре дня и три ночи этого траурного зала навсегда остались в памяти народной. Люди шли и шли проститься с Владимиром Ильичем.
Была среди них и Лариса Рейснер. Вот о чем думала она, проходя перед гробом Ленина. Сколько раз рвал он на себе веревки, потихоньку затянутые болезнью. Вырывался из лап паралича, стегал омертвелую свою память кнутами воли, пинками подымал с земли в изнеможение упавшее сознание. И два раза, отброшенный ударами в детство, два раза врастал из него в гиганта. Учился говорить, учился писать, учился выражать свои мысли. Какие мучения! Наука беспомощная, обанкротившаяся наука, только держала пульс, угадывая по его скачками трепету, дикую битву, которую этот великан вел со своей смертью. Ильича, который лежит сейчас в своем красном ящике, Ильича, которого никто и никогда не заменит, его больше нет. Не надо ничего замазывать. Все мы знаем, что есть завтра, и во имя этого завтра надо жить. Но сегодня горе. Прощай, друг, Максим Горький. Из 821 венка, которые принесли в колонный зал, 294 от рабочих, 78 от крестьян, 11 от частных торговцев и промышленников. Перед могилой все равны. Был венок и от заключенных Таганской тюрьмы. Личным присутствием доказать преданность твоему учению мы не можем по причинам вольных и невольных совершенных нами ошибок перед трудящимися. Словно вышла на улицы вся Москва, словно влилась в одну колонну, непрерывно движущуюся к Дому Союзов. Накануне похорон Владимира Ильича известие писали. На площади гулкой, по всем заворотам и сгибам, по всем переулкам и улицам встали стеной. Мы встали далеко, не близок черед. Впереди перед нами колонны таких же, как мы, от заводов и фабрик, с вокзалов, покинув станки, машины пришли. Но мы терпеливы. Дождемся последней мы встречи. Замолкли трамвайные звоны. Гудки отгудели вдоль улиц. Одни пешеходы в серебряных улиц убранстве. Ряды за рядами колонны. Колонны в движении мерном идут. Не море ли вдруг прорвалось? Не море ли вдруг затопило потоком морозную площадь? Какая же сила всех тянет, та сила любовь и печаль, и безмерное
горе. Люди прощаются с человеком, который навсегда останется для них, для их детей и правнуков, примером, образцом. Да нет, определит саму суть представления о скромности, простоте, человечности. И не раз еще вспомнят они сказанное им однажды. Вы не можете представить себе, до какой степени неприятно мне постоянное выдвигание моей личности. Эти 4 дня и 3 ночи в почетном карауле у гроба Владимира Ильича стояли рабочие московских заводов, делегаты съезда советов и те, кто были соратниками Ленина. Умер Ленин. Точно разрушилась центральная станция пролетарского ума, воли, чувства. Камнем, глыбой ложится эта смерть на сердце каждого. Нечеловечески тяжело. Никто никогда не переживал таких жутких минут. Всенародная скорбь. Величайшее горе. О многом говорят и свидетельствуют эти потрясающие кадры. Увы, большинство из них зрители видят впервые после 1924 года, 6 десятилетий спустя. Все же сохранились эти незабываемые кадры.
В Доме Союзов было все очень хорошо и торжественно, и необычно. День и ночь шел мимо народ, смотрел на Ильича и плакал. На улице был страшный мороз, но никто не обращал внимания. Улицы были залиты народом и веяло дыханием революции. Точно 17-й год. Смерть Ильича сплотит партию и подымет работу. Хоронила Ильича единая партия, и плакали одинаково все.
спешили с вокзалов посланцы далеких сел и делегации из зарубежных стран. Еще больше их было в пути. Не было ни города, ни деревни в Советском Союзе, не было такой страны на карте планеты, где бы не отозвалось печалью известие о смерти Владимира Ильича. Просим отсрочить по возможности на несколько дней похороны товарища Ленина, дабы дать возможность делегации французского пролетариата принять участие в похоронах. Дайте срок проститься с Владимиром Ильичем. Об этом просили в тысячах телеграмм, которые поступали в Москву со всех концов света. Так возникла мысль о сохранении тела Ленина. 25 января Президиум ЦИК СССР постановил гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения. Не все приняли это решение. Особенно возражала Надежда Константиновна. Ей казалось, что мавзолей открывает путь к превращению Ленина в икону. А этого Крупская больше всего опасалась. Шумное прославление, чрезмерное почитание какого-нибудь революционного деятеля вызывало у Владимира Ильича всегда замечание. Ну, превращают в икону. Строительство мавзолея между тем уже началось. В одну ночь создал архитектор Щусев. Строили лучшие русские мастера. С ними венгерские коммунисты во главе с Белакуном. Пришли поляки, австрийцы, финны. Тягостная это была стройка для пролетариев всех стран. Мороз 28 градусов, и гвозди примерзают к пальцам. В ночь с 26 на 27 января вбили последний гвоздь. Доступ в колонный зал прекратился в полночь. 5 миллионов человек в эти 3 дня и 4 ночи прошли у гроба Владимира Ильича. На траурном заседании 2-го съезда Советов СССР Крупская говорила: «Товарищи, за эти дни, что я стояла у гроба Владимира Ильича, я передумала всю его жизнь. И вот, что я хочу сказать вам. Сердце его
била с горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда он этого не говорил сам, и я, вероятно, не сказала бы этого в другую, менее торжественную минуту. Я говорю это потому, что чувство это он получил в наследие от русского, героического, революционного движения. И настал этот день, воскресенье 27 января, день похорон. Погребение должно было состояться в 4 часа пополудни. Комиссия ЦИК Союза СССР по организации похорон Ленина Ульянова заблаговременно сообщала: ввиду сильных морозов участие детей в похоронном шествии за гробом Ленина Ульянова воспрещается. В 9 часов утра почетный караул на руках выносит гроб из Дома Союзов для следования на Красную площадь. Процессия проходит от Дома Союзов по площади имени Свердлова, через площадь Революции и проезд исторического музея вдоль Кремлевской стены на Красную площадь. Все так и было, как предусмотрела комиссия по организации похорон под председательством Дзержинского. В 9 часов 30 минут траурная процессия вступила на Красную площадь. А еще спустя 13 минут гроб с телом Ленина установили на деревянный помост. До момента погребения еще без малого 7 часов. И будут ждать на этом ужасающем холоде. И дышит морозным облаком, дышит площадь, прощаясь с тем, кто до последнего мученического вздоха
был верен их общему делу. «Мы хороним Ленина», читает обращение к трудящемуся человечеству делегат Второго Всесоюзного съезда Советов Евдокимов. Сотни миллионов рабочих, крестьян, колониальных рабов оплакивают смерть могучего вождя. Все поняли, что закатилась яркая звезда человечества. Еще несколько мгновений, и стрелки курантов Спасской башни достигнут 4 часов пополудни. И грохнет салют, и взвоют гудки. Остановятся на 5 минут люди, поезда, машины. Человечество провожает великого мыслителя. Уже многое сделано, чтобы увековечить его память. Его имя отдано Петрограду. Срочно выпускаются доступные народу избранные произведения Владимира Ильича. Образован фонд имени Ленина для организации помощи беспризорным детям, в особенности жертвам гражданской войны и голода. День 21 января объявлен днем траура. Главное еще впереди, потому что память о нем будет возрастать постоянно. Высвечивая его мыслями и предсказаниями последующие годы и десятилетия. Он органически воспринимал социализм всей своей натурой как естественное, необходимое и неизбежное устройство человеческой жизни. И поэтому мог уверенно представлять, что такое социализм, каковы пути к нему. Настало время. Гроб с телом Владимира Ильича принимают на руки Бухарин, Дзержинский, Зиновьев, Каменев, Молотов, Рудзутак, Сталин, Томский.
Большая у меня просьба к вам. Не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и так далее. Всему этому он при жизни придавал так мало значения. Газеты обращались в эти дни с вопросом, что делать. И публиковали ответ. Изучать жизнь Ленина, его борьбу, его произведения. Смерть вычеркнула его из списков членов нашей партии. Пусть этот зияющий провал восполнят десятки, сотни тысяч пролетариев. В партию шли от станка, начинался ленинский призыв. Ленин умер, но дело его живет. Уже на следующий день после похорон Надежда Константиновна Крупская пишет письмо Горькому. Дорогой Алексей Максимович, похоронили мы вчера Владимира Ильича. Он был до самой смерти таким же, как и раньше. Человеком громадной воли, владевшим собой, смеявшимся и шутившим еще накануне смерти. Я посетил мавзолей Владимира Ильича, вспоминал Горький. Когда я увидел его удивительное лицо, лицо человека, спокойно отдыхающего после хорошей работы, меня как-то необыкновенно, неиспытанно тяжело ударило по сердцу. Последний месяц жизни он отыскал книгу, где вы писали о нем, и велел мне вслух читать вашу статью. Стоит у меня перед глазами его лицо, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль. Итоги жизни подводил и о вас думал. Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, умер, писал Горький, получив известие о кончине Владимира Ильича. Даже некоторые из стана врагов его честно признают. В лице Ленина мир потерял человека, который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность. Нас и сегодня поражает, как глубоко, человечно и смело, революционно и реалистично мыслил он о будущем и настоящем.